Так, ну что, добрались мы до тира PM Shooter. Пойдем вовнутрь. Ресепшн. Можно отдохнуть, посмотреть телевизия. Увешаны обучающие плакаты. Стоящее оружие. Большая кухонка. Служебное помещение. Средства охраны ушей и глаз. Я с Усмиваном Жнобыльским. И охраняют порядок и покой тут сотрудники полиции. Это Яна и Оля. А это вот Яна и Оля, они быстрее меня уже проскочили, здесь стоят, там улыбаются. Потому что там уже два самых лучших там элита. Живые цели. Элита. Бегающие цели. Бегающие живые цели. Наверное, из Кремля, из Кремля. Сколько? Все, бупрошку тоже включил. Попробуй из него, знаешь, как вот сопротивление? Дрыгается. А, ты хочешь прицельнее увидеть? Да, зарядник приготовился. Готово. Ты готов? Готов. Внимание. Thank you.
Кафе, кафе. Пистолета-пулемета, один чешского производства «Скорпион» компании ЧЗ и второй старый добрый МП-5 «Хеклер Кох». В принципе, братья-славяне, как некоторые только что выразились, действительно ничем не уступают немцам, те, кто выдумали и запустили в производство этот симпатичный вид пистолета-пулемета. Очень удобная, очень удобная. Очень удобная. Очень удобная вещь. Мы со всего не настреляемся. Ну вот туда, куда без него. Блин, легкий какой. Офигеть. Ой, мой центральный человек. Ничего страшного. Это само, пойми, смотри. Чудо чешских оружейников. Оп! Ну тут вопрос в чем? Тут нечего бояться, с него можно... То есть он не дрыгается вообще. Вот я вообще ровно стою, мало как это полиция. Вот так. Ничего абсолютно не страшное. Заходим там красная точка. Туда пуля прилетела. Бери пальчик. Не крути стволом. Вот так вот. Я не дам, чтобы она крутила, не переживай. Она уже вот, уже в меня пошел, уже в меня пошел. Вот сюда. Это его застрелить легче. Вообще тебя не
дрыгать. Какой глаз у него? Никакой. Оба. Оба. По звуку. По звуку стреляй. Прямо в мою попадание. Да. Стреляй. Стреляй. Вот я собрал. Давай. Красную точку куда наводишь, куда попадаешь. Давай, давай, стреляй. Смотри, теперь не отнимешь у них. Так, ну я смотрю, представлены не только оружие типа пистолетов, тут еще и автоматическое. Да. Что нужно заметить? Поляки и вообще в Польше очень любят стрелять в тирах из автоматического оружия. Очень любят. И очень любят автоматы. Причем вот в тире PM-шутер, да, представлено оружие как в классическом виде автомата Калашникова и женского завода, так и в исполнении польском. Это только автомат Калашникова, только в исполнении русского производителя Барель. Не, ну на самом деле автомат Калашникова не Калашников. Ну, он тоже украден, короче. Да, из, да, да, да. Из-за да. Калашникова. Ну, короче, друг у друга украли. Ну и также наряду с другими видами автоматического оружия есть самые свежие образцы. Это автомат ГРУ. Штурмовая винтовка, это по сути. Ну это войсковой образец, да? В автоматическом режиме, это вот оружие современное, которое сейчас выражается. Ну, войсковой образец, да, войсковой настоящего времени. Да. Отлично. Попробуем пострелять. А чего бы нет? Ага, ищешь какие-то лоса, да? Да, да. Чем удобно с двух сторон. Какой-то ром проходит. Да, я Так. Я смотрю, произошло. Итак, здесь представлено оружие стратегического союзника Украины. Штурмовые винтовки М16 и М4 в различном отвесе с различными специальными приспособлениями. Это как в ресторане, произошла смена блюд. Да. На столе. We'll be right back.
Шансан! Что? Защитник демократии в Африке, где Рудельзия, Конго. Все наемники тем пользуются. Вот за вот этим. 762-й. Ну, теперь же нет, но когда мы что-то воевали. Угу. Твоей использовали, да? Против коммунизма. Ну, только история такая. Начинается уже будущее. Начало. И опять же, и времен Второй мировой войны, и то, что до сих пор задействовано, по крайней мере, в армии России. Очередная смена блюд. Да, кроме всего прочего, можно в тире ПМ-шутер пострелять из таких чудесных пулеметов. Некоторые из них времен Второй мировой войны. Вот это да!
Вот это да! Это огонь! Я под мостом черный! Мы из него стреляли, Марк! Мы из него стреляли в Филиппинский, он длинный! Да! А тут коротыш, он дороже на грязи! Сам думаешь, это у меня закрытая палка кухня! Я вибрация в животе сидит! Эпично! Ага! Чисто женский вариант! Чисто женский вариант. Дай, блин, калашникова. Дай, 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 дай. Вот он есть, ну. Ну, это Джон Уик. Но. Kill Tech. Да, и желательно не по, не по, не по верхам. Второй. Ой, а что ты так скомпоновалась-то? Ну, конечно, это большой мишут, а? Классно! Мы такой штукой жахнем! Да! Не, ну слушай, у пистолета звук был круче. Сюда я куда-то вот сданул. Остаточка. Вот, припаду. Слушай, окучненько. Вот они. Вот два леда, вот фонтан. Не тяжелый был доступен. Вот такой сегодня стреляет. Вот это было. Да. Главное по привычке. В каталоге у нас есть все это, что здесь в каталоге на интернете тоже, тоже есть. Есть так. Есть две возможности. Можно самому написать где-то. А, хочу с этого там 10 выстрелов, с этого 15. Так кто-то что-то хочет. Пистолеты, револьверы, пистолеты, пулеметы. Штурмовые винтовки. Ну это предварительно онлайн, ну, так... онлайн заказ должен быть. Нет, нет. Здесь можно просто прийти и сказать, ну, посмотри, я первый раз. А, ну, бери, ну, что хочешь, разумею. Пиши просто, коль там хочу, там есть, там что-то другое, там какие-то там пистолет, пулемет, еще хочу, там 15. И так дальше. Но если это вообще самый первый раз, и нам не разбирается. Просто хочется. Захотел на кайф, может тоже так сделать. А, я видел там в Counter-Strike. Или я видел там на John Wick. То я хочу вот именно. Можно и так. Но можно еще по-другому. На сам концепт есть такие пакетики.
эти пакетики. Но это просто очень хороший просмотр, друзья. Цена то же самое. Если я бы так брал это, то деньги будут те же самые. Ну просто мы уже знаем, что это люди, это, которые первый раз. Ну здесь просмотр, друзья. Ну Глок, конечно, каждый хочет с Глока. Кольт, каждый хочет калаш, каждый ну, хочет. Со стороны, со стороны профессионала можно ну, помочь так, выбрать. Да, и можно взять такой, ну можно даже, можно да, где-то 11, прошу, можно и так. Ну, начинаем, я бы советовал, если первый раз, ну то взял такой-то, первый или второй, отличается только если что, спать пистолет, пулемет здесь есть, а здесь нет, ну вот такой первый где-то есть, ну пистолет, калаш, там, дробовик и так дальше, а если от финала понравилось, то там уже внутри тоже есть каталоги. Не надо выходить, потому что там уже сразу инструмент. О, это будет моя хобби. То еще хочу. Это. Отлично, это. Отлично. И пусть тогда вечер. Конечно. Заплата после всего. Супер.